Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину. Накануне он победил британца Тони Бельо. В аэропорту Борисполь украинского боксера встречали болельщики. С ними был и корреспондент ЮЕ-ТВ Артем Хоменко. В терминале Д аэропорта Борисполь многолюдно. Александра Усика встречают журналисты и поклонники. Илья по пути домой в Беларусь решил задержаться, чтобы увидеть чемпиона. Я сам боксом занимаюсь, и для меня это как бы мотивация увидеть просто легенду мирового бокса. Это просто какое-то неописуемое чувство, в общем. Ну, я не знаю, как это описать, но сердце выпрыгивает. Через пару минут появляется Усик. Накануне он победил британца Тони Бельо и защитил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Этот бой назвал очень рискованным, а противника достойным. По-настоящему крутой мужик, вот так можно сказать. И только огромнейшее уважение к нему и благодарность за то, что он согласился боксировать и то, что... Вот такой поединок получился. По очкам Бельо мог победить, но в 8-м раунде Усик ударом слева отправил британца в нокаут. После этого, признается Александр, вздохнул с облегчением. На протяжении чуть больше года у меня был сумасшедший график в тренировках, в боях и во всем остальном. На данный момент, я вам серьезно говорю, когда это все закончилось, я сидел в раздевалке и говорил: «Господи, слава Богу тебе за то, что все хорошо закончилось и за то, что вот мы... На хорошей ноте пойдем на отдых». О следующих поединках пока не рассказывает. Говорит, сперва работа над ошибками. Эта победа принесла Усику 135 очков и подняла с 8-го на 3-е место в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории. Артем Хоменко и Сергей Ильинский, ЮЭ-ТВ.